Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться с их автобиографией. Педро Америко де Фигейро и Меллу. Бразильский писатель, ученый, поэт, теоретик искусства, эссеист, философ, политик и профессор. Но больше всего его помнят как одного из самых важных академических художников Бразилии, который оставил работы национального значения. С раннего возраста он проявлял склонность к искусству, считаясь вундеркиндом. В очень молодом возрасте он участвовал в качестве рисовальщика в экспедиции натуралистов по северо-востоку Бразилии и получил государственную поддержку для обучения в Императорской академии изящных искусств. Я зачитываю кратко Википедию переводную. Совершенствовался в искусстве в Париже, обучаясь у известных художников, но также посвятил себя науке и философии. Вскоре после своего возвращения в Бразилию начал преподавать в академии и начал успешную карьеру, получив известность благодаря великолепным картинам гражданского и героического характера. Его стиль в живописи, соответствующий великим тенденциям его времени, сочетал в себе элементы неоклассицизма, романтики и реализма, а его работа является одним из первых великих проявлений академизма в Бразилии, период ее рассвет. Провел свою карьеру между Бразилией и Европой, и в обоих местах его талант был признан, получив большое одобрение критиков и публики, но также вызвав страстные споры и создав упорных противников его творчества. Для новых авангардистов своего времени Педро Америко был художником с бесспорно редкими способностями, но прежде всего он стал одним из символов всего, что академическая система считала консервативным, элитарным и далеким от бразильской реальности. Приобрел интеллектуальную утонченность, совершенно необычную для бразильских художников своего времени, проявляя интерес к широкому кругу тем и стремясь к основательной подготовке при работе над картиной. Получил степень бакалавра социальных наук в Сорбонне и степень доктора естественных наук в Свободном университете Брюсселя. Был директором секции древности и нумизматики Императорского национального музея, профессором рисунка, эстетики и истории искусства в Императорской академии и депутатом законодательного собрания по Пернамбуку. Оставил большое письменное произведение по эстетике, истории искусств и философии. Ну вот так вкратце о академическом художнике Бразилии, бразильском писателе, поэте, ученом, теоретике, искусстве, эссеисте, философе Педро Америко де Фигейро и Мелло. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.